Привет всем! Мы будем сегодня размышлять об этом стихе. Любящих меня я люблю, и ищущих меня найдут меня. Любящих меня я люблю. Это значит, что любящие – это как бы мы. И чтобы любить Бога, нам надо любить Бога. Надо соблюдать Его заповеди, делать Ему хорошо. Когда мы соблюдаем заповеди, ближнему делаем хорошо, людям делаем другим хорошо, тогда люди нас любят, так у нас уважают, и нам приятно становится, и нам хорошо, мы живем хорошо, и Бог нас благословляет. Поэтому мы должны соблюдать заповеди. Ищущих меня найдут меня. Это значит, что чтобы мы были ищущими, это значит, чтобы мы искали Бога. А искать Бога, это надо через заповеди и через молитву. Когда мы молимся, Бог нам дает силы исполнять Его заповеди. И так мы можем быстрее осветиться. И когда мы освещаемся, идем в полный дух, тогда мы как бы находим Бога. И когда мы уже идем в Новый Иерусалим, полностью находим. Я хочу с вами попрощаться, но перед этим я хочу сказать, что вот Бог сказал, что если мы Его ищем, тогда мы обязательно Его найдем. И Он это обещал. Поэтому мы должны всегда молиться и заповеди соблюдать. Тогда мы Бога найдем и будем счастливы. Я со всеми прощаюсь. Пока!